Дякую, що з нами залишаєтеся. Ми продовжуємо. П'ятниця 13 сьогодні. Ми поговоримо про Київський академічний театр, драматичний театр на Подолі. А цей театр є театром з великою мрією про приміщення, яка от-от має здійснитися вже 10 років. Саме стільки міська влада будує на Андріївському звозі театральний комплекс за оригінальним проєктом. Будівництво сучасного театру на 354 місця почалося 2004-го, а в серпні минулого року Кличко видав розпорядження про завершення реконструкції будівель театру на Андрійському скільки чекати Деться цього разу покаже час, але театр не припиняє активну діяльності від часів заснування. Нагадаю, заснований театр 1987 року. Замуть продовжимо. Віталій Малахов, художній керівник, директор Київського академічно-драматичного театру на Подолі, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. У нас сьогодні у нас у студії 223-0971 двадцять Це прямий ефір. Будь ласка, дуже хочеться ж можливо. У нас хтось дивиться, хто відвідує, хто приходить подивитися вистави в цей театр. Ми зараз розкажемо, де це можна зробити. Долучайтеся до нас. 223 двадцять Віталію Юхимовичу. П'ятниця 13, Добрий день. Вы как театралы? Театралы до этой даты имеют какие-то, я имею в виду, проскипливое ставление? Абсолютно никак. Ну, пятница, ну, 13. вообще я не верю. Ну, знаете, Марк Твен сказал, что такие вещи действуют даже если в них не веришь. О, вполне прав, Так что, нет, ну, я не очень верю. в это. Ну, есть и есть, пятница, 13. Да, есть и есть. Надо не думать об этом. Да, я просто сама сказала, сама пригадала, но на самом деле тоже очень спокойно ставлюсь. Так, кілька таких моментів все таки Я, чесно кажучи, пам'ятаю нашу з вами зустріч наприкінці 2011-го. І ми тоді говорили, що 2012 рік якраз з театру з'явиться приміщення, проект Такі були сподівання, але бачу, що поки що. Знаєте, от навіть я наскільки знаю ситуація з приміщенням і взагалі з реконструкцією почалася ще за часів Омельченка, правда? Да. Тобто, це вже триває ой, ой ой вибачте, вибачте. ну взагалі вся історія почалася, коли ще Омельченко був начальником строїтельно монтажного управління. Він розбирав це здання. Uh -huh. Потім це було в 92-му році, а в 2004 му це почали рити котлован. ми за капсулу з пожеланням в будущее заложили. или в старое здание. И, ну да, вот все время стараются, стараются достроить. Вот как бы все э, мэры города э, издавали приказы, mm -hmm. и как бы мы все время надеемся. Все говорят, что это один из лучших театров столицы, есть что посмотреть. Но... Это правда, конечно. Ну, это правда. И хотелось, Во всяком чтобы... случае для меня. Мне mm -hmm. он больше всего нравится. Чому? Думаю, я я що рідний, ну, жартую. А, хотілося, щоб вже ну, якось логічного завершення досягнуло це все. Я розумію, що зараз економічна ситуація надскладна, але все одно місто розвивається. Якби, подивіться, все одно будується. Не чули щось можливо, цього року? Я Хочу ще спросити вас: в чому ви мене обіждаєте? Та ничего не ученый Хочешь, чтобы вас нарештю держало, держало убедить, Что нужно достроить, я надеюсь. Mm -hmm. И дело в том, что как ни странно, действительно, вот с приходом новой власти действительно сейчас дви... да, двинулись. И даже сегодня я был в проектном институте. Сейчас mm -hmm. проект проходит э, экспертизу. Mm -hmm. И, в общем-то, очень хороший подрядчик сейчас у нас. И мы надеемся, конечно, но вот то, что вы сказали, я сегодня даю себе отчет в том, что сегодня, конечно, и у города, и у страны есть значительно, я не скажу, более важные вопросы, потому что в свое время Черчилль, по-моему, сказал, когда началась война с Америкой mm -hmm. и с, с, с Германией, то шел разговор о том, чтобы уменьшить бюджет на культуру, а увеличить на армию, то mm -hmm. он сказал, что ну а ради чего мы тогда воюем. Mm -hmm. Понимаете, потому что может случиться такое, такая вещь, что у нас будет много пушек и пистолетов, но если не будет идеи, если не будет духовного мира, то это. Кстати, это це вот той вопрос, о котором мы сегодня ми сьогодні будемо говорити по поводу спектакля. Зараз де? Я хочу, щоб ви озвучили. Я знаю, де зараз театр, театр скажімо так, свої вистави презентує, але від вас, щоб глядачі знали, що ви, незважаючи ні на що. У вас ну, по где ми... работа, ну, нас... вы можно подивитися не зупинялися не на день, где можно ну зараз подивитися? Ну, мы играем во дворце Украины, в малом так. зале, это зал так. на 240 мест, он нас очень устраивает, хотя там есть проблемы с декор... декорациями, с завозом декораций, но мы играем там достаточно много, вот в январе мы сыграли за месяц. По-моему, около 40 спектаклей, в феврале 42 mm -hmm. спектакля, потому что мы играем во Дворце Украины и одновременно играем у себя в нашем зале на Андреевском спуске 20Б, mm -hmm. там малый зал на 50-70 мест. І ми граємо почти кожен день два спектаклі. І, к счастью, я очень благодарен нашим зрителям, тому що счастью, в основному, всі спектаклі аншлагові. Сьогодні на сьогодні купить білети нельзя. Ну, да, тільки хотіла сказати, що сьогодні можна подивитися, якраз у палаці Україна. Це 100 тисяч буде з бінюком. Я зараз після вашої нашої зустрічі їду туди. Там світло треба ставити. Бачите, як добре. Ну, ще хто не встиг, в принципі найближчим часом є, що подивитися. На сайт заходьте театру, досить потужно працюють, до речі, сьогодні дивилася. Можна подивитися, які вистави, і встигнути. Я думаю, що щось можна встигнути купити ще на цей місяць, правда? Ну, ну треба, треба зателефонувати. Треба в усякому разі на сьогодні, да. я думаю, що ні. А на завтра там два дні йде 100 тисяч. Сьогодні і завтра. На завтра, можливо, можна щось. Ну там є певна така відсоток броні, яка від Віддається в останню ну, хвилину, але краще замовити попередню за телефоном, бо там можна на сайті купити квиток. Без проблем, скажімо так. так. Давайте поговоримо про те, що можна буде побачити найближчим часом. Я почитала про ту роботу, яку ви готуєте. Ну, цікаво. Правда, багато питань по ній, і взагалі, як ви за неї вирішили взятися? Вічно живий, російську мову кажу, як її називається, да, шановні да, глядачі, да. але вона так і буде називатися. Розкажіть про цю роботу. Що взагалі що це буде 25 квітня, якщо я не помиляюсь, буде прем'єра? Да, напевно, ми, ми практикуємо таку штуку. Ми іноді ну, кожного разу граємо прем'єру. До того, як у неї офіційна прем'єра, бо у нас там в квітках написано, що театр має право замінити будь-яку виставу на прем'єрну. І ми беремо ну, якусь виставу, у всякому разі, там емоційно схожу, і заміняємо для того, щоб перед прем'єрою побачити реакцію так, би мовити, не... несподіваного глядача. Не заангажованого, не тих, хто приходить відразу з квітами, а хто не знає, що він сьогодні побачить, і дуже цікаво. нічого собі да, не. і дуже цікаво Давно вже такий, ну такий експеримент Так, да, давно. Буде. Майже з усіма виставами ми це робимо. І тоді ми вже до прем'єри. Ми можемо щось під... І я сподіваюся, що десь пісня після дня театру, може 28-29 березня, ми вже зіграємо таку пробну виставу. 27 березня, шановні що міжнародний день театру. Тільки пригадала. Буде пектораль цього року вручатися, не знаєте? Я не знаю. Ніхто не ну, Ні, ні ну, я... я чув, що буде, начебто, мені е, говорили, що 24-го чи 23-го у театрі Франко, коли там буде вихідний день? Угу. подивимося. Я думаю, що і цікаво це буде спостерігати. Давайте ви розкажіть про вічне живе. Цікава робота. Я думаю, що вона буде надзвичайна, але там багато всього ну починаючи з того, що війна теж. але вы по-иному я читала что она ведь выпробовали из выставы такие назвы мсть певных российцев ну да справа в том что ну действительно когда я придумал поставить это почему потому что как бы я не очень люблю ставить такие фальшиво актуальные произведения знаете которые актуальны на один день я видел угу. когда-то в одном театре когда там вот только произошел первый майдан то там в конце спектакля какого-то выходили или там Степан Бендера об руку с Богданом Хмельницким, и пели, нас «Богато нас не подулат». Понимаете, это такое, как бы оно, честно говоря, не, ну, даже отвращает несколько. Поэтому, как бы, а с другой стороны, как бы, знаете, есть такая фраза у Шекспира: лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Yes. Все-таки, как бы все оценки сегодняшней войне в сегодняшней ситуации мы сможем дать чуть-чуть позже, чуть-чуть позже, когда она, дай бог, закончится. А Розов написал это произведение, действительно, в сорок третьем году, собственно, в разгар войны. И там есть такая интересная история, что когда он и отправил этот пьесу цензору, то цензор ему утром позвонил и сказал, что я плакал всю ночь, когда читал, но не разрешу печатать и играть эту пьесу. Потому что основной момент пьесы он достаточно сложный. Потому что главная героиня mm -hmm. как бы выходит замуж. Нет, как женится, я не помню. Замуж, ну замуж. Выходит замуж. Правильно. За брата да. своего жениха, который уходит на фронт. А -а -а. И причем выходит достаточно скоро. Да, и эта ситуация такая шокирующая. Она как бы не ну, Но не весьма линию, пропагандистская. Вы всю линию так и тримают. Конечно. В... Конечно, такие, конечно. Там все не так просто. Угу. Дело в том, что э, как бы пьеса это э, все-таки имеет какую-то протяженность, и как бы она рассматривает, скорее, то наказание, которое она получает в связи с этим. Понимаете, да? То есть ну, то то за собой, духовный нас... Да, досить, да, да э... совершенно правильно. Сутели, да, досить. да, 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 да. Поэтому она mm -hmm. все равно как бы такая... Э, все равно это история любви. Но там для меня очень важно, потому что, что там э, в принципе... Да, ну вот то, что вы сказали, мы убрали просто потому, что оно сразу же, знаете, оно сразу же адресует сегодня, все равно срабатывают ассоциации. Мы не ставили там э, вульгарно сегодняшний там города. Ну, допустим, там есть люди, которые там приехали и живут у других людей, потому что та часть страны в оккупации. У нас тоже сегодняшняя эта ситуация существует, как вы знаете, с приехавшими из Луганска и из Донецка. Но мы убрали там, что они приехали из Петербурга. То есть не говорится, просто не говорится название. Не говорится и Луганск не говорится, но и не произносится... Не да, я не понимаю, что вы... Может, вот именно именно собственные собственно, uh -huh. практически мы убрали. Но пьеса еще очень интересна тем, что она практически не рассказывает о войне, она рассказывает об интеллигенции, находящейся вдалеке от войны. То есть uh -huh. это семья врача-хирурга, uh -huh. у которого один сын ученый, который уходит на войну, и второй сын э, музыкант. Вот за кого выходит замуж наша героиня? Да. Героиня. И она тоже художница. И то есть это, в общем-то, такая среда, которая... То есть я люблю ставить про то, что мне известно. И это вот та среда, которая сегодня находит и для себя, и для других такие, как бы, как, не знаю, отмазки, рассказывая о том, что мы должны... Почему воспит... фильм «Перл-Харбор», когда главная героиня Думає, що загинув її коханий ну, починає стосунки ну, серйозні такая. з другом, найкращим найліпшим другом цього свого першого чоловіка, ну це все одно позже 43-го, Так що перший ну, первинні да, да, я щось це... с... просто пригадала. Тоже ж ми як творчі людина з вами одразу спрацьовує да, якісь картинки. Смисл заключається в тому, що mm -hmm. я от э, ну. Я ведь нахожусь в среде людей которые кто-то избегает повесток кто-то э, ну я говорю как ну, так бы какие, я э, и те э, темы которые там поднимаются они именно такие когда музыканту э, там э, каким-то образом я не буду все секреты рассказывать уходит от этого но говорит громкие слова о том что каждый на своем месте должен делать хорошо потому что Это класс. вот если бы шестакович Это класс, правда кожа мои работы свою справу но раз, к сожалению раз. в основном это только говорят. Ну я знаю, но просто это было, как бы все дотримывались. Так этого, вот, вот, в... супер, так правда. вот в этом вопрос, правда. потому что все говорят правильно, говорят все правильно. И вот, собственно, э, как бы вот этот вопрос. Э, а Шестакович ушел, он говорит, если Шестакович ушел на фронт э, и его убили, то мы должны поднимать, поднимать. Но он это говорит, а сам на днях рождения играет мурку. Понимаете, и это и нас ведь всех касается, потому что когда мы говорим, mm -hmm. что мы здесь должны работать, то как там фу, есть такое слово Розова, то мы должны делать это неистово. То есть э, э, так, как в окопах. А зачастую ведь мы говорим, а реально снимаем э, плохие сериалы и там... Ну, да, это уже... Кто будет, кого, кто будет играть главный герой? Ну, там... Это все... же акторы, которые уже известны нам, я так, насколько я знаю, по другим вашим выставкам, да? Виставам, да, да, там, ну, все лучшие, там лучшие. Та? Главная героиня, два исполнителя, это Лена Свирская и Вика Булитко, они mm -hmm. обе лауреаты пикторалей mm -hmm. разных mm -hmm. лет. Сережа Бойко играет, и Андрей Пархоменко играют отца, mm -hmm. вот, врача. Mm -hmm. Тоже лауреат пекторалей. И очень интересно, что Сергей Бойко, он вообще афганец. Он прошел афганскую войну и чуть не погиб там. Вот, и орденоносец, и все. И у него, у сына, сейчас тоже к сыну пришла повестка. И, как бы ситуация и все разговоры которые происходят в спектакле они настолько актуальны что иногда но ну как бы я очень надеюсь что что нам удастся во всяком случае то есть то что это будет наверное Киеве, насколько я знаю никто набрался за все живые да то так не было. Uh, я знаю, что современник менее, колись в 1956 м році, так не открывался. в Эти... Современник открывался, а потом ну, был знаменитый же. фильм «Летят журавли» с Самойловой. Uh -huh. Но там мы взяли какие-то uh -huh. темы, идеи из сценария. То есть это такой микс. И там, ну, есть такие определенные переделки, но, в общем-то, я очень... То есть она, как бы мне кажется, звучит актуально. Удастся ли нам донести те я никогда не пытаюсь в спектаклях давать ответы на вопросы, но удастся ли нам донести те вопросы, как бы сущностные, но это покажет время. Скажите, а ваши такие уже стали выставы, які, на які кілька, я знаю, люди є, по кілька разів були. На дне все йде, ці выставы идут. Да. Да? И это ну, удивительно. воно актуально, розумієте? Это удивительно. Очень, я тоже, мне же говорили, что, ну, кто сейчас пойдет на дне, все со школьной скамьи помнят, на дне, что это ну, ну, какая-то муть. Так, муть. тоді да. так и читалось, как вы зараз да. сказали. А сейчас битки, то есть битки и на Чулимск, на прошлом летом угу. в Чулимске, это тоже очень, я очень рад этому. Вы знаете, я очень рад. Это один из вопросов достижения, я думаю, украинской нации, mm -hmm. что все-таки вот я тоже слежу за этим там в интернете, что все-таки нация проявляет себя как очень духовная нация в основном. То есть, понимаете, вот нет нет озверения, нет озверения. То есть, потому что э, вот у меня даже есть и русские друзья и, и, и знакомые. И в значительной степени как бы есть вот эта вот жестокость доведенная. А я с радостью вижу, когда там в интернете, опять-таки, смотрю какие-то mm -hmm. истории, когда там в, в Закарпатье или где-то на Западной Украине там делают провокации, приходит человек с, с рюкзаком и говорит, вот я приехал из Луганска, дайте мне поесть. И ему дают поесть. И я знаю, что мы в Киеве ездили, ну, театр все время сотрудничает с вот этими беженцами и так далее и тому подобное. И в госпиталя мы ездим. Нет озверевших. И это большое счастье. То есть, конечно, в этом есть большая проблема, потому что, ну, вот... Ну, как бы все имеет две стороны, понимаете? Нет озверевших, значит, нет вот того неистового накала, нет той жестокости там на фронтах, с нашей стороны, угу. но ну, с другой стороны... Да. Виталий Михайлович, я знаю, что вы ставили в Крыму, часто было, так, и в Севастополе, если не помню, а после того, как произошла оккупация Крыма, не были в Крыму больше? Нет, я не был, но у меня там есть близкий друг, который вместе со мной закончил театральный институт на курсник Саша Польченко, угу. Александр Польченко, он на телевидении там работает Ты до бачите? сих пор. И... Ну, там сложно, потім. Ви э, ну, спілкуєтеся ми... з ним? Ну, Україні, звісно. Ну і в Фейсбуці. Ми под... і, якщо... Ні, я запитала, чому багато хто знає, коли це все відбулося, люди просто перестали спілкуватися між собою, що знаєте, не викликати один в одного, краще не спілкуватися, Нет, ніж. Ну, мене... Спілкуєтесь, сажали... Можливо, це ви такі. Тому це жаліє, і к щастю, всі, хто там є, э, ну, да, да, наші. Ну як опять сказати, так. Понімаєте? То есть, тому що ахтем. Вот, mm -hmm. э, который, ну вы знаете его. Да, я вот, э, mm -hmm. тоже, вот, я его глубоко уважаю. Mm -hmm. вот мы недавно тоже я его приглашал, мы с ним просто беседовали, он мне рассказывал немножко о своей этой передаче. Да, да, я знаю про кого Да, на национальных каналов да. классно, да. правда. Да. И он, ну, он, с ними Может. общался. То есть... И он дуже гарно ее Да, я помню, но он, что... потому что он тоже настоящий человек, у него вся семья там в Крыму, mm -hmm. понимаете, mm -hmm. вот с москвичами тоже общаюсь, но э, с прибалтами общаюсь. Но... Ну, уже вот... сказала, чтобы не было так глядачи. Это на один плюс один, чтобы так было зрозуміло. Ведущая программа «Справжні герои». Да, да, Зараз ее да. ее немає, ну, поки что, можливо, они будут відновлювать. Але но он, крымский будет... татарин. Він, да, но ну, он, ну, он по-моему, просто... будет делать сейчас какой-то телефильм. он очень много рассказывал. Что касается москвичей, вот прибалтов, к сожалению, они в основном смотрят программы. То есть иногда там мне брат двоюродный звонит из Вильнюса. А, а, в Вильнюсе, Вильнюсе, да, и звонит и говорит, у нас тут показывают, что на Крещатике бои а -а -а. идут, тут жгут, все. Я говорю, ну, я тут сижу, хрост кофе пью. Так что так, скажи, где я пойду, посмотрю. Вот, ну... Так, ладно, это мы так жартуем, а ну, правда, ну, по-иншему. Їм по-іншому розповідають, вони по-іншому розповідають. То тобто чого... канали інформації абсолютно. А там другий мой брат взагалі. Порадили то... абсолютно таке баланс. Але кому порадили прийти подивитися вічно живий? Для кого це дійсно сьогодні буде потребою реально, бо ми зазначили з вами, що там багато духовних моментів. От кому то зараз нас бачать, для я впевнена, вони дивляться. І ви вважаєте, що таким людям ну, просто необхідно такі речі бачити і такі вистави, знаєте, щоб дійсно, як ви сказали, відповідей там не буде, але там буде можна буде почути якісь певні запитання, на які людина, яка прийде, сама дасть відповідь. Тому що вчора в нас була психолог, ми говорили, як вижити психологічно в умовах війни. Вона сказала, що насправді всі відповіді вони на долоні. Просто кожен з нас їх не бачить, а рано или поздно, просто треба остановиться в том месте. А, возможно, как раз на выставах в театрах можно найти и ответы для себя самого. Ну да. Но, кому... ну кому, Я не могу рекомендовать. Вы знаете, дело в том, что вот когда-то кто-то из английских э, критиков сказал, что конечно, наверное, если бы Яго посмотрел э, спектакль от угу. он бы не поступал так подло и не был бы Яго. Но Яго не ходит в театр. Тем, кому нужно посмотреть этот спектакль, они не, ху... они не ходят в не театр. Ходить. Понимаете? И я думаю, что вопрос заключается в том, что людям. Дол... Я его подивился про себя выставу. Он... А. Да. Понимаете? Но дело в том, что угу. э, я думаю в значительной степени. Вот я сейчас говорил вам. Я думаю, что в значительной степени человек больше в том, как он чувствует, чем в том, как он говорит или мыслит. И поэтому спектакли они должны, по моему, воспитывать больше чувства. И я буду счастлив, если там кто-то будет плакать над судьбой этой девочки. Не нужно обязательно ему вникать в историю, там, как ведет себя интеллигенция. Это... Подспудно он услышит или. Mm -hmm. Потому что люди не хотят слушать морали или слушать, чтобы их обучали, чтобы им рассказывали, как им жить. Потому что, тем более, что сегодня все знают. Сегодня раньше только кино и футбол знали все, как играть в футбол и как mm -hmm. снимать mm -hmm. кино. Сегодня все знают, как воевать, как управлять страной, как я, я читаю много рекомендаций. Ну, это вы как знают. Ну да, конечно, конечно. Но все знают, как. Нужно себе вести. І поэтому ніхто нікого не я Не хочу, чтобы... не, друзі, ми часто коли ми зустрічаємося, особливо якщо це буває, коли там треба вести столи програми столиця ввечері. У нас є ефіри, коли там про війну генерали приходять, і люди, які військові експерти стали різко після того, як війна почалася, були політологами. мене запитують під час друзів, чого ти з нами не береш участь в обговоренні військових дій, того що відбувається. Я завжди я кажу, я... то я взагалі цього не розбираюся. Правда, мені кажуть, так ти ж такі ефіри так класно там вела. Я кажу. А, те, що говориш, як ви зазначили, ти так не відчуваєш і насправді нічого вже не розумієш, тому що відбувається. І це правда. Поняті, і це правда. Ні з ти не знаєш всіх всіх тонкостей, всіх особливостей дуже mm -hmm. <рес> трудно рекомендувати, і я стараюся цього не делать. Так, і у нас одна хвилина, що ще можна побачити? Ну, 20 березня на дні, ми вже сказали, щоб ви трошки про це говорили. А от 21 березня, 22 березня, откуда берутся діти? Теж ж ніколи актуально, треба подивитися, хто є бажання. Сейчас мы уже будем как Мы, кстати, придумали по откуда берутся діти. Оно пользуется таким способом да? в течении 9 лет. Бачите. Я уже не нинав... ну, не кажи. Но мы, но мы сейчас придумали вторую. Я сейчас хочу, как в сериале, сделать вторую серию. Будет, откуда да? берутся дети два. История этих людей, которые в спектакле, через 9 лет. А ще й виставі грає. Я так розумію. Продовжу грати, Даша, донька ваша. Да. Продовжує да. так. Рада була вас бачити. Обіймаю. Завидно. Дякую, що знайшли час. Спасибо вам. Віталій Малахов, художній керівник, директор Київського академічного драматичного театру на Подолі, народний артист України, рад національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Був гостем. Ми завершимо цей блок. Побачимося Спасибо. одразу після новини новин спорту. Будьте з нами, не примикайтесь!